Добрый день. Тут поразили меня очередной раз омские журналисты. То есть они, я не знаю, отличаются они от других или нет, и тупостью, и необразованностью. И как-то, я не знаю, как это назвать, непрофессионализмом, или это только черта наших. Вот, попалось тут у меня вот лук сохнет. Ну и в частности, вот название... «Неделя глазами Олега Смолина». Как мы знаем, Олег Смолин слепой. Вот что они имели в виду под «Неделей его глазами». Ну, по идее, тут что надо делать? Черный квадрат Малевича дальше печатать или что? То есть, это вот журналист придумал, редактор одобрил вот такое название. Ну, может, не черный квадрат, и как все знают, Борхес писал, ослепший писал, что многие думают, что это сплошная чернота. В его случае это был красный свет. Цвет сплошной. Вот. Ну, не в этом, как говорится, суть, а суть в том, что название, вот, ну, как-то, не знаю, циничное оно какое-то, даже глупое. Непонятное. Вот. Ну вот, собственно, все. Благодарю за внимание. Всего доброго.